Я Рагим Тофикович Намазов, я из Азербайджана. Я приехал сюда не один, с семьей. У меня два детей и жена. Первый раз я начинал журналистику в 1998 году с газеты «Алилляр». В 2005 году июля они меня вызвали в армию, я попал, они сами нарочно меня написали в Нахчеван. Нахчеван это рядом с Арменистаном, с Турцией, Ираном и другими странами. И шеф Нахчевана про меня все знал. Он знал, что если они меня отпустят внутри, вот это, как его, солдатам, я про них что-то напишу, потому что там много мучили солдатов. У меня профессиональное право шофера, и за это они меня записали и наняли шофером военного прокурора. Вот там, если у солдата время отдыха, они им не давали отдыха. Они им дали лопатку, чтобы копать окопы. Нахчеване, сейчас тоже так бывает. Просто они, новости никуда не... запрет у них, короче, запрет. Они не дают никуда никакого новостей. Каждый день там один солдат застреляет себя, потому что их командир, их мучит. И он вынуждается и с автоматом застреляет. Один из происшествий, даже не один, 4-5 из происшествий, когда я прокурора на машине вел на это место, где он застрелил себя, я у себя блокнот это записал. Мне дали 10 сутки. Я сидел целый год в одной камере, двумя человеками. Два человека у нас было в камере, целый год. Иногда даже нам не дали еду за сутки. Даже иногда они не дали нам встречу с моим адвокатом. Я с тюрьмы, с адвокатом много раз обращался к государству, именно президенту, но он не хотел слышать меня. Что в Азербайджане журналистов или убирают, или в тюрьму. И с этим происшествием с июля началась их, в смысле, как демонстрация депутатов. Они ходят людям, говорят по своей платформе. И я на своей газете «Хакимият» начал писать с июля, что этот режим опять произведет нелегальный выбор. И за это меня три раза незаконно 10 суток задерживали. Последний раз меня хорошо избили. Поломали зуб. Это сделал полицейский Азербайджана. Потом, они мне сказали, что после выборов тебя не будет живым. И не тебя, и твоей семьи. Потому что ты нам мешаешь. Я после этого выговора хотел убежать из республики.